Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology, я его ведущий Кравцев Сергей, и мы начинаем! И, друзья, вы знаете, что я часто снимаю выпуски на тему ваших вопросов в комментариях. То есть я не просто сажусь и снимаю там какую-то серию ответов, да, в одном видеоролике, я целый видеоролик стараюсь посвятить какому-либо ответу в комментариях. Ну и, как правило, на данный момент у меня пока получается ответить на все ваши комментарии в своих видеороликах, пока их не так много. В общем, смотрите, вы просили меня рассказать о такой теме, как правильно у мужа или у парня просить денег. Соответственно, ну, что хотелось бы сказать. Вы должны понимать, что здесь речь идет о такой все-таки манипулятивной, да, манипулятивных взаимоотношениях. Сами взаимоотношения манипулятивные, нельзя сказать, что суперздоровые. В сторону здоровых отношений я что могу отнести? Здоровые отношения – это все же, когда у вас примерно плюс-минус одинаковые позиции, ну, даже социальные, да, считается, что, ну, как бы, вы себя все же так будете спокойнее чувствовать с точки зрения психологии, но и, может быть, не очень будете зато довольны вашим, ну, так скажем, материальным каким-то положением. То есть здоровые взаимоотношения – это как весы такие, там все достаточно сбалансировано и ровненько. Когда вы эту чашу весов нарушаете, вы как бы пользуетесь, да, сбиваете такие настроечки в вашей психологии, ваших взаимоотношений, в форме ваших взаимоотношений, и, соответственно, немножечко будете от этого потом сами эмоционально страдать. Даже при условии, что вы являетесь нарциссом, истеричкой или кем-то еще, в общем-то, ну, кроме психопатов, да, и социопатов. Ну вот, в общем, если у вас есть даже такие темные личности, вы просто сами поймите, что отношения, в которых вы часто прибегаете к манипуляциям, они, соответственно, будут сведены к тому, что в какой-то момент они, скорее всего, потерпят фиаско, потерпят крах. Так вот, как же все-таки просить денег? Если уж вы решили просить денег у вашего партнера, девушки или парня, не знаю, скорее всего, все-таки я думаю, что речь идет о том, что обычный гетеросексуальный паре, да, и обычной ситуации, когда все же девушка просит денег у парня. В общем-то, суть в чем, что если вы выбрали парня какого-нибудь шизоида, если вы выбрали парня чистого эмотива, вы выбрали парня какого-то со слабым типом личности, скорее всего, у него денег-то и не особо много. И даже как-то воспитать его и заставить работать, ну, такое себе. У него могут быть деньги, он может унаследовать у родителей и прочее, но всего. Он их рано или поздно потеряет, потому что, допустим, шизоиды не умеют удерживать деньги, они умеют ими распоряжаться. Он просто их вложит в какой-нибудь МММ, еще куда-нибудь, у них нет такой финансовой грамотности. Шизоид, он, ну, как вы можете у него денег просить, но там все просто, вы можете его замотивировать каким-либо сексуальным посылом, вы можете его замотивировать. Ну, опять же, это может быть, знаете, как и у мотивов. То есть это и разовый сексуальный посыл какой-то. Вы можете его еще больше замотивировать, отдать вам эти деньги, если предложите с ним шизоиду сыграть в какую-либо игру, да, в которой нужно будет эти деньги потратить. То есть вы вместе типа берете, типа делаете, вы участвуете типа в его хобби или вы предлагаете новое хобби. Для чего, соответственно, в процессе этой игры и прочего вы просите у шизоида денег. Вот. У истероида вы, соответственно, просите денег. Истероид мужчина, он будет хотеть, чтобы вы тоже были красивы, престижны и прочее. Если вы
так грамотно сделаете заход, что вы решили что-то в себе изменить, ставить новую грудь, прочее, в принципе, если из тироида донести мысль, что вы вот решили стать более яркой, да, что и к нему привлечет внимание. Тироиды мужчины, они так же, как и нарциссы, любят похвастаться своей женщиной, я думаю, что он не пожалеет денег на вас. Но опять же, истероид — это слабый тип личности. Если вы просите денег у пранаяла, если вы просите денег у эпилептоида, то здесь, или у психопата, кстати, здесь возможен практически прямой договор. Интересны ему сексуальные какие-то услуги, да, вот интересен ему сексуальный контакт с вами какой-то, да, вот какие-то граничные взаимоотношения, там, как у эпилептоида, секс, борщ, борщ, секс, контроль, сиди дома, да, и вы говорите, да, окей, я буду там сидеть дома, будет секс, будет борщ, рожать детей, рожать борщ, варить детей, рожать борщ. Ну вот, в общем, все будет, но это стоит примерно столько-то, да, вот я хочу, как девочки, да, в Инстаграме очень часто говорят, озвучивают в целом условия, то есть такой вот содержанки, и эпилептоиды очень часто идут на то, чтобы, соответственно, содержать такую девушку. Почему? Ну, потому что ее легко контролировать. Если такая девушка, если вы покажете, что вас легко контролировать, вы готовы в любой момент дать ваш мобильный телефон на проверку, вы действительно будете сидеть дома, когда нужно сидеть дома, вы действительно будете убираться, вы действительно будете ухаживать за ним и следовать каким-то правилам и инструкциям, я думаю, что нас, ваше содержание, эпилептоид не будет жалеть денег, потому что для эпилептоида таким образом вы станете ценным партнером. И, соответственно, что важно понимать, если вы попросите денег у эмотива, вы можете его этим спугнуть. Если вы попросите денег у паранояла, они часто бывают подозрительными, вы можете его этим спугнуть, ну, напрямую. У эпилептоида можно более-менее напрямую просить. У паранояла нужно соучаствовать в его цели. И на этом фоне, на фоне соучастия, просить денег не то чтобы на вас, а как бы вот, ну, чтобы как-то косвенно, пускай под каким-то там надуманным, даже растянутым предлогом, но вы участвовали в его какой-то цели. Ну, допустим, мы вместе строим коммунизм, мне нужны деньги на революцию. Ну, так вот, условно, да. Сложно какой-то пример привести. Ну, допустим, там паранаял, который качается. И вы говорите, что вы тоже будете качаться, и вот вам на фитнес нужны деньги, вам нужны деньги на спортивную одежду. И все это, пускай вы, вам же дадут денег, речь же о том, что вы денег просите, поэтому как бы вы там сами выберете, какую сумму вы потратите на спортивные штанишки, а какую сумму на платьишко. Но изначально вы просите денег на цель, на какую-то. Таким образом вы поступаете каждый раз с каждым психотипом, исходя из его, соответственно, целей, да, исходя из его видение мира каждого типа личности. Отдельно хотелось бы сказать, что вы мало, дорогие друзья, смотрите мои старые видео. А я и снял о том, что, соответственно, как определять тип личности, чем движет типы личности, да, каждый тип личности, чем он движет, что он хочет. У меня уже есть семантическое ядро на канале, которое я предлагаю вам изучить. Все это есть в плейлисте «Психология», и вам нужно начинать его пересматривать, потому что данные видеоролики, которые я снимаю, я снимаю с учетом того, что вы уже всю эту информацию знаете. Если вам понравилась тема этого видеоролика, пишите в комментариях, я сниму продолжение. Дорогие друзья, с вами был Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я жду вас на своих консультациях онлайн, а также в своем Инстаграме. Да пребудет с вами здоровье! Bird on a tree. I'm just sitting.